Не успею, наверное. Там сейчас помрут они все. Опа. Тут чел. Тапалка какая-то тут еще должна быть. Право. И вот тут слева один сидит. Так. Давай, мочи! А, это бот. Я-то думал, блин, чевок там еще один крадется. На спине. Ну а у кого? Там калаш, винторез и... Чё какая-то хрень? Либо они убили где-то тут его. Вот тут за забором. Свинтореза вот он его убил, и я не услышал. О, эти подходят. Потихоньку вроде бы. Сука. Я же говорю, где-то сидит. Стройки, может быть. Справа. Где-то здесь. Медленно вот тут крадется. Вот он. Кстати, что-то реально как-то звук прям очень тихий, когда он крался. Звука вообще не было даже. Оп, он уже упор. Откуда он так близко ко мне взялся?
Вот, вот он. А где свою сумку бросил, чат? Ну это вообще с другой стороны пришли. Мне где-то в спине еще должны быть типы. Так. Так, вот у этого СРка должна быть вкусная, по сути. О, вот-вот-вот, про это я и говорил вам. Так-так, кайман. Блять. Кто-то все-таки еще сидел где-то на большой стройке, походу. Кунг-фу мастер. Ну, это русский по-любому челик. А так я убил шестерых. 8, 5, 6. Блять. Я же все пробежал. Я все пробежал. В тот момент, когда я убежал, видимо, вот он где-то сюда пришел и сел. И спрятался. А может, и сидел до этого здесь где-то. Пристройки, я понял. Он сейф пристройки лутал. Патроны? Стоят, ждут. Что-то сегодня день иронии, сарказма и пост-иронии. В смысле, типичный стрим. Господи. Это, может, бот вообще подошел сюда? Нет. Эх, на
Надо было раньше его брать. Передо мной. В кустах. Сейчас под хаешечку запушим его. Кого-то убил, кстати. Зорин, здорово. Кто-то фонарик переключил справа. Какой-то щелчок был. Да. Блять, Вектор с большой стройки стреляет. Ходим нахер отсюда. Скар на малой. Вон он сидит на фигне, на треугольной. Вижу его отсюда. И Вектор на большой стройке на крыше. ЧВК не лечит грудак. Давай, давай, полечим грудь. Ну, чел, давай, вот так. Бля. Не могли же они уйти, правильно? Или могли? Кто-то слева по кустам. А, и там тоже один сидит. На, попей. Пятерых.